выключу. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать. Подожди. Саша. Мам, ради бога, подожди. Ничего делать не надо. Надо выключить. Надо выключить. Нет! Да. Нет! На обмеження со шкурой ахуя протесту. Выключай. Нет! И не кричи, пожалуйста. Достала! Не кричи! Не выключу! Значит, я выключаю. Ба! Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не и выключить. Мам, не выключить. Не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выслушай! Какая же ты дура! Пошла ты нахуй, дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацьке йому правило! Мати не залишає спроб домовитися з сином, котрому покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Заткнись! Тише! Заткнись! Чому я? Чому я такий дурацький інтернет? Із імперного ноль! Які мої сайти? І все! Які сайти тебе інтересують? Скажи, будь ласка. Google є. І зачем мені було так робити? Чтоб ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать спецсии. Мам, хотя бы... Сображ... Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Поки у нас цю неділю комп'ютерного телека не буде. Все, посиди спокойно. Все, посиди. Позволь.